Ну а в Одессу пришла зима. Дети и их родители познакомились с ней в Театре музыкальной комедии. Там презентовали новогоднюю постановку «Холодное сердце». Спектакль создан по мотивам известного мультфильма компании Walt Disney. Сказка собрала настоящий аншлаг, а в волшебном мире побывала и наш корреспондент Ирина Рогозянская. Мы пришли на мультик «Холодное сердце». Эльза наколдовала снег, и Анна начала играть вместе с Эльзой. Они даже слепили снеговика. Катя, Лёля и Лиза – поклонники мультика про трех сестер-альпиниста, снеговика и оленя. Лиза даже смело называет себя коллекционером. Это мой любимый мультик. И мой. У меня уже вся коллекция Эльзы. Девочки, как и многие другие дети, пришли, чтобы увидеть настоящее чудо. Их любимые персонажи оживут в реальности. Над спектаклем работали почти полгода. Постановка детская, но актеры подошли к ней со всей серьезностью. Мы хотим подарить все-таки эмоции, радости, передать им то, что мы чувствуем, чтобы они тоже были искренне с нами, так как мы искренне с ними. Да. Все-таки это дети, они искренние с нами, тогда мы должны быть искренними с ними. Мы хотели бы, чтобы зрители, как взрослые, так и дети, погрузились именно в сказку, именно в волшебство. За время подготовки и репетиции участники феерии полностью вживались в свои роли и порой забывали, что магия им не подвластна. Даже иногда в жизни мне приходилось просто быть Эльзой. Настолько я ее прочувствовала. Когда у нас снег шел, да. Да, все обвинили меня, что я вот наколдовала снег. Все проснулись, сказали, это Эльза виновата. Самое сложное это было возвращать наших актеров из того состояния детства, в которое они впадали. После премьеры «Холодное сердце» отправится в тур по Украине. Увидеть спектакль в Одессе снова можно будет только после Нового года. Женщина сделать врагом своим, а нет, не дай вам Боже. Нежно, нежно, но неизбежно, шею петляю вам, ставит ложь. Сильно, сильно, но очень сильно, среднем бит сердце, как нож. Ирина Рогозянская, Андрей Кульба, 7 канал.